Вот у нас через вот двойную так, сплошную. Вот такие вот у нас ездюки есть. Тут вот две полосы. Этот подрезал по встречке. Чуть в бочину не влетел. Ему шибко больше всех надо. Ну, вот посмотрим, что сейчас будет. На Kia этот чувак не пускает принципиально. Мы бы тоже не пустили. Нехер. А, все. Сдулся. Поехал по встречке. Надо поискать, куда такое видео можно деть. А перед этим еще 4 машины также поехали. Козлы, как будто для них правила вообще не пишут. Нет правил дорожного движения.